Прошлую корректировку я задавал этот вопрос по устройству пандуса. 8-й микрорайон, 16-й дом, 96-я, по-моему, квартира. Обещали в этой корректировке увидеть, что мы увидим этот пандус. На сегодняшний день я не вижу. Может кто-нибудь пояснить? Мы сегодня рассматриваем корректировку, которую уже имеем, материалов дела. Ну, мне интересно, потому что не ответа. Ну, смотрите, давайте еще подойдем к этому так, что у нас... Люди сейчас... год уже ждут. Давайте я маленечко попробую пояснить, да. Там вопрос маленько не совсем понятный. Да, смета есть, поступало письмо на рассмотрение, на выделение средств. Но мы должны понимать, что до конца года у нас осталось совсем времени немного, да. И деньги мы выделяем на этот год. То есть мы должны их освоить в этом году. И был еще такой подход, что первоочередные и плюс освоение средств до конца года. Если мы деньги, мы можем заключить, да, контракт, но тогда у нас срок освоения в следующем году возникнет, работы, потому что такие, что ну, не успеют они сделать. Поэтому я думаю, мы вернемся к этому вопросу в начале года и до конца разберемся с этим пандусом. Да, он на контроле этот вопрос. Потому что здесь в конце года такие деньги выделять тоже как бы неисполнение, и переходящими заходить на следующий год, это тоже не очень, скажем, хорошо. Ну, у нас тополя мы успеваем, и было пандус, наверное, быстрее поставить. Да, и контракт заключить. У вас вопросы закончились? Да. Хорошо.